потому что в повседневных тренировках мы, конечно, их не видим в таких нарядах, но на соревнования как раз-таки приходит та возможность и то время, когда можно показать себя во всей красе. Прямо за боевым полем как раз-таки находится разминочная площадка, где прямо сейчас через барьеры также у нас участницы разминают своих лошадей, своих коней для того, чтобы они все-таки прошли и справились со всеми препятствиями, которые ожидают их впереди. Ну а с левой стороны можете понаблюдать, готовится у нас возможность к заезду. Скачек на 1600 метров, далее еще будет скачка на 2400 метров. Итак, ну что, конкурс легкий класс, 80 сантиметров, у нас в руках уже появилась бумага именно с участниками. Штемпельная бумага с участниками, да. Спасибо большое нашему директору отдела протокола Александру за то, что так тебе...